Там внутри настоящий локомотивный двигатель. А мы сможем спать при таком шуме? Не переживай. Мы будем так вымотаны, что не заметим, даже если весь корабль пойдет ко дну. Следующий. Доброе утро. Уже получил приказ? Какой совет дадите новичку, сэр? Совет, который я вам дам, пригодится и в первое, и в 20-е плавание. Буду рад его услышать, сэр. Когда будем отплывать, постарайтесь быть на борту. Держите. Сэр. Увидимся через месяц на первом смотре, мистер Хики. Следующий шаг вперед. Спускайтесь. Добро пожаловать на борт, мистер Морфин. Я счастлив быть здесь, сэр. Благодарю вас. Спускайтесь. Да, я вижу свою подпись, но вас я не... А, так я бороду отрастил и решил пригодиться. Да уж, там она вам точно не помешает. И я так подумал. Спускайтесь. Туда? Да. Благодарю вас. Да. Корнелиус Хики, помощник конопатчика. Ваш новый дом, мистер Хики. Как устроитесь, отметьтесь у мистера Дарлингтона на Орлоп-деке. А Орлоп-дек это... Он прямо под вами. Вы раньше бывали на кораблях? На таком, как этот, нет. Значит, новая обстановка? Новая жизнь, сэр.